Библии написано: молитесь за начальствующих и благословляйте их, потому что нет власти не от Бога, и каждая власть Богом установлена. Вот это самое главное нужно понять, потому что мы подвластные. Если мы будем что хотим делать, тогда будет анархия. А мы не хотим жить в анархии. Мы хотим жить действительно по закону, чтобы у нас было светлое небо, хлеб на столе и спать спокойно.